Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як вирішити проблему із плагіном Contact for Team. Значить, ось в мене стоїть плагін на моєму сайті тестовому. Скажімо, от його форма. Проблема наступна. Я заповняю поля. Нажимаю «Отправить» і получаю ошибку відправки сообщення. Пожалуйста, попробуйте знову немного позже. Значить, що для цього потрібно зробити? Заходимо в адмінку сайту. От я вже зайшов. Переходимо на плагіни. Добавить новий. Добавляємо плагін Gmail SMTP. Устанавливаем. Активируем плагин. Есть, плагин активирован. Переходим в настройки данного плагина. Настройки Gmail SMTP. Так, дальше. Redirect. Тут ваш сайт пишем. Тут автоматически пишется. Клиент ID. Откуда брать эту всю информацию? Переходим на вкладку Gmail SMTP. Так, тут есть инструкция, как нам настроить данный плагин. Есть. Вот мы уже скачали, додали, перейшли в настройки. Дальше переходим в... Я создал перед этим Google аккаунт. Google аккаунт. Переходим в консоль developers.google.com. Авторизуємося в Google аккаунті, створюємо новий проект. Повторно перейдемо. Так.
Условия использования. Да, да, принять. Дальше. Gmail API. Включить. Создаем библиотеку. Название проекта берем по умолчанию. Активируем бесплатный пробный период. Еще раз пробуем. Стоп, стоп, стоп. Это нам не потребно пока. Пока наша задача запустить без активации. Настроить Google SMTP. На бесплатном Google аккаунте. Так, включаем API на нашем проекте. Создаем учетные данные. Выбираем данные пользователя. Веб-браузер JavaScript. Это будет веб-клиент. Дальше. Разрешенные источники JavaScript. Значит, что нам тут пишет документация. Копируем, будем вставлять разрешенные URL.
перенаправление. Хорошо, тут мы убираем. Видим тут продукт, например, 3F. Продолжить. Так. Нажимаем готово. Вот у нас идентификатор клиента. Копируем данный идентификатор клиента. Вводим клиент ID. Секрет клиента копируем. Email адрес созданный нами адрес from email адрес тоже from name добавляем имя type encryption TLS SMTP порт 587 нажимаем save changes есть дальше нажимаем grant permission Приложение не проверено и так дальше, и так дальше. Значит, что мы нажимаем? Дополнительные настройки. Перейти на страницу и разрешить. Есть. Connected, подключено, все. Значит, сейчас можем попробовать отправить тестовый email. Отправляем email. Проверяем нашу почту. Вот наша почта. Угу. Все нас информирует. Надо чуть-чуть будет подождать. Ладно, пока ждать не будем. Попробуем сразу на нашем сайте. Проверим працездатність формы контакт форм 7. Отправить. Спасибо, ваше сообщение отправлено. Есть сейчас. Угу, давайте глянем настройки плагина.
То есть теоретически сюда должен нам прийти уведомление от нашего сайта. Ага, вот они в спаме. Вот, то, что я выбрал, в спаме есть, да. Значит, мы тут что можем сделать? Удалим уже, ладно. Попробуем повторить. Развитие лидерства. Отправить. Есть, сообщение отправлено. Проверяем нашу почту. Может тут. Вот, развитие лидерства, наше сообщение, email, то есть все, форма плагина Contact Frame 7 работает, настройка Gmail SMTP проста. Дякую всем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, до наступных встреч.